Сколько же их, а? Как бы ни считали, устоять будет трудно. Умрем, но не сдадимся, Бек. Постарайся не умирать, Нубар. А если уж придется, запомни. Каждый из нас должен захватить на тот свет не меньше 5, другого выхода нет. Здесь, на полях Мараги, решается судьба нашего народа. Тиалаха, непобедимая длань пророка привела нас сюда, чтобы истребить неверных. Лев Ислама Султан ждет от вас только победы. С нами Аллах! Зармант, вода. Ну, с Богом. Богатые дары паше, и Акулис будет спасен. Агулисские купцы всегда здорово торговали, светлейший паша. Но воевать так и не научились. Актай, ты здесь? Я здесь, светлейший. Жду, светлейший. Опрокинь агулисцев и выходи в тыл Сираскару Давиду. Слушаюсь, паша. Агулис, отступай!
вы сквозь землю провалились, чтоб я вас хоронила, трусы! За мной, братья! За мной! Ополченцы изнемогают, тают, как снег на солнце. Вижу, Баяндур, вижу. Тервер-Холмный, разреши! Рано. Посмотри туда. Для чего, по-твоему, держит эту конницу Кипурлы? У него 4 свежих полка, а у нас... Здесь с оружием, монах. Разве не запрещено тебе приближаться к крови? Час настал, бег! Со мной мои ученики! Не щади меня, Давид! Не тебя щажу, а светоч знания, который должны нести ты и твои ученики в народ! Светоч не нужен мертвым, Давид! Веди своих людей к ополченцам. Мы скоро увидимся, Мовсес.